В этой школе не бывает скучных лекций, а занятия ведут опытные специалисты. Каждую весну в Вангипасе работает школа лидеров. Новые способности открывают 60 активных подростков. За 5 лет работы более 300 молодых людей приобрели навыки руководителя. Программа разнообразная, от тимбилдинга до сценических перевоплощений. Так главный идеолог волонтеров в Вангипасе рассказала подросткам, как масштабно и оригинально организовать флешмобы. Эти массовые синхронные постановки помогают молодежи донести обществу свои взгляды на происходящее в мире самые актуальные события. Через меня как будто проходит волна энергии, которую я обязана отдать детям, потому что собственный опыт говорит о том, что это очень полезно. А смотря на них, я понимаю, что мы не можем пройти мимо социальных сетей, флешмобов. Во всех есть эти качества. Абсолютно любой человек может стать лидером в своей жизни. Ему нужно просто немножко поработать над собой.